Ну, мы находимся в музее истории города Хабаровска, в экспозиции, посвященном отношениям с городами, побратимами города Хабаровска. Их у нас 6. И вот сейчас мы находимся на тематическом комплексе, посвященном городу побратиму Пучон, Корейская Республика. И вот буквально свежее поступление в эту экспозицию знаменитого врача детского ядра Пак Йон Гван. Он является почетным гражданином города Хабаровска 2009 года. За его плодотворную деятельность по лечению детей с сердечным недугом, а также подготовку врачей, наших хабаровских врачей для внедрения новых медицинских технологий для лечения детей.